поводу моих перспектив, то я уже об этом говорил и отвечу, повторю еще раз. Проблема заключается в том, что, к сожалению, ни Захарченко, ни Плотницкий не пользуются большим авторитетом в ополчении, именно в ополчении. Вот. Много людей, которые не признают, не готовы, не хотели бы их признавать в качестве командующих, в качестве лидеров. Поэтому мое появление там сейчас вызвало бы сразу возникновение центра оппозиции. Причем оппозиции, в том числе военной. Не всем нравится реформа ополчения, его перевод на военные рельсы, то есть в армию, состояние армии. Не всем нравится перемирие, не всем нравится экономическая политика. Недовольных очень много. То есть, появившись там, даже в качестве рядового, как я там одно время подумал, просто плюнуть на все, поехать туда и мозговол там повоевать немножко. Я все-таки еще кое-что умею, не только как командующий. Вот. Оно бы сразу вызвало именно, хотел бы я или не хотел, ко мне сразу бы потянулись какие-то силы. Но Россия поддерживает Захарченко и Плотницкого. Понимаете? Естественно, без воли России никто бы их туда не поставил, никто бы их не выбрал. Соответственно, возникновение военной оппозиции в тылу воюющей армии, то есть воюющих республиках, оно ни к чему хорошему привести не могло. Только когда мне говорили, мне еще в Донецке предлагали, там, типа, а давайте там, типа, переворот сделаем. Вот. Авторитет есть, ополченцы там поддержат. Я говорю, что последнее, что можно делать во время войны с внешним врагом, это устраивать гражданскую войну в тылу. Поэтому пока ситуация не изменится каким-либо образом, я туда, естественно, не поеду. Не потому, что меня там кто-то пошлет или не пошлет, а потому, что я считаю это вредным.